Привет всем любителям баскетбола и добро пожаловать в Москву. Это ВТБ-арена, и именно здесь проходит суперкубок Единой лиги ВТБ 2023. В полуфинале номер 2 у нас встретится сегодня пари Нижний Новгород и Зенит. Получает Фрейзер, здесь серия движений, скидка на Жбанова и 2 плюс 1 от 11 номера Зенита. И Жбанов, ну традиционно Жбанов, хорош в защите. Жбанов тоже играл в Нижнем Новгороде несколько сезонов, но это Александр Гандевич, тоже всемогущим, всем, везде бросающим Николой Гучевичем. Ой-ой-ой, а тут перехватка, Курич сверху с двух рук. А здесь, да, здесь подкараулил. Кубка Хайретдинова статистически был, на самом деле, одним из лидеров Нижнего в том матче. Здесь перехват, неудачно играет Дублевич и Эртели сверху от Драгана Апича. Тайм-аутом реагирует Хавьер Москва. Минус 8. Пожалуй, самый яркий пока исполнитель. Как классно играет двоечку с Александром Гакевичем. И тот колотит сверху. Фрейзер, ой, как разрывает шикарно дистанцию. С хвостом и набирает очки. Все-таки 2. Показывают арбитры. И Кайл Курич, фирменная кэтч-н-шут трешка. Пожалуйста. Там Сардель. Пошел до конца и накрывает его Воронцевич. 61-86. Зенит вновь в финале суперкубка Единой лиги ВТБ. На этот раз будет играть не против ЦСКА, а против Локомотива Кубани. Завтра в 20:00 по московскому времени.